И Поливанов Роше. Добрый вечер, дорогие друзья, дамы и господа, дорогие гости, здравствуйте! Сегодня все туркмены и вся наша страна празднуют День нейтралитета. Сегодняшний праздник – торжественный день, но я не слышу ваших аплодисментов! День нейтралитета Туркменистана – второй по значимости государственный праздник. 12 декабря 1995 года была принята резолюция Организации Объединенных Наций, в которой ООН признает и поддерживает провозглашенный Туркменистаном статус постоянного нейтралитета. За ее принятие на сессии Генеральной Ассамблеи проголосовало 185 государств-членов ООН. Каждый год 12 декабря праздник начинается с торжественного парада, где глава государства поздравляет народ. Подожди, Равшан, ты хочешь сказать, что сейчас, сегодня выйдет президент Туркменистана и поздравит нас? Президент, но не Туркменистана, а факультета обучения иностранных граждан. Итак, Сосновская Оксана Анатольевна. Будет логично, если с вашим праздником вас поздравит сначала ваш соотечественник. Спасибо. Двадцать один год тому назад, в этот день, Генеральная Ассамблея ООН впервые приняла резолюцию, признавшую постоянный нейтралитет одного из ее членов, Туркменистана, и призывающую другие страны уважать и поддержать этот правовой статус нашего государства. Туркменистан, использующий свой благоприятный геополитический и геоэкономический потенциал во имя обеспечения интересов и прогресса всего человечества, на основе долгосрочных программ успешно решает масштабные задачи расширения политико-дипломатических отношений с государством мира и международными организациями, развитие торгово-экономического, культурного и научно-образовательного сотрудничества. Принципы нейтралитета являются базисной основой подходов Туркменистана к решению стратегических задач внутренней и внешней политики нашей страны. Дорогие друзья, уважаемые гости, пользуясь случаем, сердечно поздравляю всех с наступающим национальным праздником Туркменистана, с Днем нейтралитета. Уважаемые друзья, сегодня второй, наверное, по важности, ваш государственный праздник. Я искренне поздравляю вас, я желаю вашей стране процветания, вам, вашим родителям, вашим родственникам успехов, самое главное, здоровья. Я надеюсь, что образование, которое вы получите в нашей стране, послужит только дальнейшему процветанию Туркменистана. Ура! Я, наверное, вы уже привыкли ко мне в такой же роли, который Мамед сегодня выступил, да? А я хочу сейчас скорее вас поблагодарить. Мне всегда было очень приятно с вами работать, я надеюсь, так будет и в дальнейшем. И сегодня я хочу наградить лучших студентов ВГУ. И для начала благодарность объявляется за отличную учебу, выступление с докладами на республиканских научно-практических конференциях, участие в общественной жизни университета, оказание неоценимой помощи деканату в поддержании дисциплины и порядка в общежитиях университета Мамедову Мамеду. За активное участие в культурно-массовых мероприятиях факультета и университета награждается Джумаева Бахар. Баба Кулыева.
Москве. Есть, ждем. За активное участие все-таки в культурно-массовых мероприятиях награждается Поливанов Равшен. Еще раз, пожалуйста, поаплодируем Оксане Антоне и Мамедову Мамеду. Громче, громче! А мы продолжаем. Талантливый человек талантлив во всем. Но к тебе это не относится, знаешь. То есть как это? У меня много талантов. Какие? С утра до вечера вот эту вот лысину полировать? Нет, вот, например, и я о том же. А наш следующий гость не только талантливый человек, но еще доцент кафедры информатики и информационных технологий. Ты
очень хороший человек. Итак, встречаем. Прохожий Сергей Александрович. Thank you.
нашелся наш Аринзе. Встречаем! Красивые, грациозные, обитают только в Туркменистане. Коняшки, что ли? Нет, их много. Табун коняшек? Лицо, руки, ноги. Девушки из Туркменистана. Оу!
Равшан, ответь мне на такой вопрос. Какой для тебя самый лучший подарок? Щенок лабрадор. Ой, ты наша няшка! Успокойся, я реально хочу щенка. Тогда твою мечту могут осуществить наши следующие гости. Встречаем студент Академии ветеринарной медицины Бердумухамед Джумиев в дуэте со Славой Курбановым. Встречаем! Встречаем!
Скажи мне, чего ты такой грустный? Ведь праздник... Подожди, ты чего плачешь? Просто прошедшее лето в глаз попало. Шашлыки, костер, гитара. Вот надо было тебе. Короче, у нас есть свой Натали, который утолит твои печали. Встречаем Баба Мурат! Еще приведу аналогию. Давай. Кофе.
Сахарок. Молоко. И Лёшка. А это десерт. Ну раз у нас такое бурное чаепитие, погнали! Итак, дорогие зрители, представьте, туркмен первый раз в жизни попал на чемпионат мира по шахматам. Белые ходят. Я не понял, ты что делаешь? И где ты видел, чтоб черные по одному ходили, э? Итак, представьте, туркмен на улице. Лотерейные билетики, подходим, билетики, лотерейные билетики, подходим. О, молодой человек, постойте, купите лотерейные билетики. Нет, девушка, последний спасибо. Остался, слово мадемуазели. Все, кто покупал, все выиграло. Вот вы купите. Раз слово мадемуазели даете, давайте куплю. Еще один лох. Лотерейные билетики, подходим, билетики, лотерейные билетики. Боже, как они достали со своими листовками. Парень, парень. Ни для кого не секрет, что в прошлом году мистера занял студент факультета обучения иностранных граждан. Итак, представьте ситуацию на следующий день. Итак, дамы и господа, представляю вашему вниманию Поливана Фроша! Дорогие преподаватели, никогда, никогда и еще раз никогда не отмечайте выпускной со студентами, иначе может выйти вот такая вот ситуация. Аплодисменты, аплодисменты! Мне состыковка вышла. Так, окей, ладно. Туркмен, который приехал в Беларусь, что он первым делом делает? Дальше, дальше, кушает. Неправильно, идет в клуб. Итак, туркмен в клубе. Давай познакомимся. Я Маша Цоу. О, Маша, сорян, я тебя знаю. Здравствуй, адское божество. Ты что, не помнишь меня? Я Вика вообще-то. Вика, Маша, все эти белорусские на одно лицо. Бармен, еще текилы. Очень стеснительный парень знакомится с девушкой. Девушка, здравствуйте. Здравствуйте. А можно с вами познакомиться? Можно. Меня Саша зовут. Вика. Ой, так приятно. Девушка, поехали ко мне. Поехали. Так сразу? Ну да. А можно один звонок сделать? Хорошо. Алло, мам, привет. Ну я-то с девушкой приеду. Ну, мам. Ну хватит ржать! Ну правда, с девушкой, ну! Дорогие зрители, а сейчас мы ответим на вопрос, который волнует абсолютно каждого. Как туркмены, которые учатся в Беларуси, сдают экзамен? Погнали! Он преподаватель. Ну что, Равшан, тяни билет. 27-й. Ну, иди отвечай. Готов. Короче. А, шамотр, добро, норблен. Добро, добро, уйду. Куда бы вам вам даша рецепта? Эм, мы добро, торчат добро, яхта. Есть вам яхта.
мульняли Хедрик Нильдова, а меня кидай, да? Случай в семье. О, Господи, сейчас папочка придет, сейчас покушаю. Господи, папочек будет. Привет, детишки. Привет, пап. Я вам тут пожрать принес. Давай. Да. Так, вода, морковка, шапка какая-то. Я вам снеговика сварю. Дорогие зрители, что бы хотел сказать в конце? День нейтралитета. Наш концерт продолжается, а вы давайте отсюда. Давайте. Пошли. Запарили меня. Дорогие зрители, когда вы входили в этот актовый зал, вам каждому дали номерок. Вам сказали, для чего? Нет? А вам интересно? Это последовательность ваших смертей. Шучу. Это будет лотерейка. Ну-ка, неси сюда. Сегодня мы... Давайте. Сегодня в честь нашего праздника, факультет обучения иностранных граждан разыгрывает очень много интересных призов. Машины там, конечно, не будет, но... Приятно будет. Нет, и стиральной машины тоже не будет. Так. Это у нас купоны. Первый купон. На одну бесплатную отработку. Барабанная дробь. 53-й. У кого 53-й номер? 53-й. Вот такая бумажка должна быть. Если... Аплодисменты! Купон абсолютно идентичный первому. Итак, 63-й. Да, что-то мне сегодня везет на тройке. Походу экзамен достану. 63-й. 63. Артем Юрьевич. Кто? Что, никого? Серьезно? Никто не хочет бесплатную отработку? Давайте я вам глаза закрою. А, сейчас. Ладно, дальше. Стоп. Следующий. На эту же бесплатную отработку. 5-й номер. 5-й номер. Деканата факультета обучения иностранных граждан. Вы точно раздавали бумажки эти? А то... 6 штук так и раздали. Ладно, дальше. 81-й. Барабанная дробь. А вот женщина идет. У вас 81-й? Вам бесплатно отработать? О, скачет наш барабан. Все. Спасибо. Получите, распишитесь. До свидания. Еще один купон на бесплатную отработку. Что-то. У нас 32-й. Но?
что-то поинтереснее. На одну бесплатную пересдачу зачета. Ага, я так понимаю, всем, да, надо? У всех посты, да, должники все. А повезло сегодня номеру 70. Поднимайся на сцену, что ты? Самолеты, что ли? Все занимают самолеты. Поздравляю. Ага. До свидания. Удачи в пересдаче. О, как с стихотворением заговорил. Удачи в пересдаче. Еще одна пересдача зачета. Ага. Не хочет идти. О, классно. Второй. Давайте посмотрим, кому повезет. О! И так 69, и так 69. 69! Класс! Получите, распишитесь. Поздравляем. Удачи на пересдаче. О! Немного поднимаем планку. Бесплатная пересдача экзамена. Должники, учиться надо. Да, кузаки. Так. 98. Есть такие? Ты заметил, что на экзамен они быстрее бегут? Ага, уже. Удачи на пересдаче. Купон на бесплатную пересдачу экзамена. Давайте, счастливчик ты наш. 14. Здорово, 14. О, идет. Бесплатную пересдачу экзамена. Держите пальцы крестиком. А вот с пистолетом. Так, последний обладатель купона, номер, как год моего рождения, 93-й. И теперь суперприз от факультета обучения иностранных граждан. Купон на досрочную сдачу сессии. Как не хотят учиться, а?
Так, погнали. Кручу, верчу, обмануть хочу. И номер 97. 97. Такой соблазнительный подарок и нет 97 номера. Сессии. Номер? Номер. О, как красиво. Двадцатка. Давай сюда. Можешь себе оставить, а? Ладно. Так, погнали. Кручу. О, как красиво. 40-й! Аплодисменты последнему счастливчику! Вас будет развлекать известный нам прохожий Сергей Александрович. Всем еще раз салам алейкум. Кому-то даже можно сказать нихао, кому-то можно сказать намасте. Даже некоторым можно сказать «Хагумба». Вот. Как вы видите, инструмент немножко другой у меня, вот это вот первый раз был. Вот. Это я к чему решил? Вы студенты, вы учитесь чему-то новому, осваиваете новое. Вот и я решил. Ну, несколько лет на саксофоне уже играю, думаю, надо что-то новое попробовать. Вот, решил, попробовал, что-то получилось. Уверен, вам понравится. Удачи! Мы вас поддерживаем громкими аплодисментами! Thank you.
Буквально 10 минут назад лотерейка. Кому-то повезло получить классные просто призы. Следующей нашей участнице не повезло со второй половинки. Но, как бы сказали зрители, он хорошо читает. Встречаем Элла и Алексей! Сестра, прошлое дело, будущее ярче. Я просыпаюсь и жалею на смысле пианей. Все, как я хотел, без веселей и соплей. И тут стало меньше идей. Мне это не важно, пускай стало меньше людей. Она заменит каждого. Мне реально плевать, что о нас многие думают. Но никогда не понять, как цели друг друга. Я до сих пор еще помню, прежде, когда ты стоишь внутри, с колонной ставки режет. Память рождает сюжет, без шанса пишешь ответ. Ты в тишине где-то один встречаешь рассвет. Ты заливаешь алкоголем эти порции горя, да я втроем. И так снова и снова не хватает мне душевного слова. Но это в прошлом, теперь любовь моя на пол. Жизнь, ты научи, давай. Стой,
Чувствуемся. Thank you.
Выступал танцевальный коллектив из Ливана, из самого. По сценарию сейчас идет награждение, но, Оксана Анатольевна, кто я такой, чтобы сам поздравлять их? Это более престижно будет, если вы поздравите и поблагодарите. Оксана Анатольевна, заново! Сегодня мы хотели бы поблагодарить всех наших друзей, всех наших гостей, которые пришли поздравить в первую очередь вас с вашим Днем нейтралитета. Я хочу сказать огромное спасибо уже ставшим нам родными Академии ветеринарной медицины и Медицинскому университету. И сейчас от имени ректора университета я хочу вручить благодарности студентам и коллективам. Благодарность объявляется Джумиеву Бердимухамету. Дорогие друзья, следующий наш гость пусть будет специфичный, и он не мог просто пройти мимо, когда мы тут празднуем. Теслим! Благодаря таланту, не пишу, это будет славы. Как ты улыбаешь, уже глупо, мы закончим.
Может быть так на русском языке, я спрятан про массы, висят в реке. Я не продаться за кухника, не продаться за хэшэ. Дело стало чем-то тут, цель же пламени в душе. Я не подвиги, сын пока не процессовский проект. Может быть моя заслуга, я живой слугу. Поменяйте, а фейк на бабе-ду. Рия, сука, повеке на бабе-буру. Эбино маке, как сама папа, дитю. Мега команития, мечая на воде-буду. Усови, я ваде фэк, сау на уе дон. Эна бебе, чида, усови, я на кинь-дон. Равшан, скажи, пожалуйста, а наши выгушные только петь умеют? Там за кулисами такие пацаны стоят, они тебя сейчас так зажгут, у тебя шашлык подгорит. Серьезно?
что бы хотелось сказать в конце. С праздником, страна! А поставим точку наши две обворожительные представительницы прекрасного пола. Встречаем! About it.